Всем приветики, дорогие друзья! У меня шикарное настроение, как вы, наверное, понимаете, у нас выписывают. Ура! А сейчас я хотела показать минимальный такой обзор нашей палаты, как мы жили, прямо с самого начала. Здесь вот вход, нам выход на коридор строго запрещен. Вот сюда вот заходит медперсонал, это их жидкое мыло, руки где не моют после нашего посещения. А здесь специальное окошко, в которое нам ставят и приносят завтрак, обед и ужин. Мы открываем, забираем, кушаем и потом сюда же ставим уже посуду. Вот как выглядит наша палата. Вот здесь вход, здесь сразу по правой стороне туалет с душем и умывальник. Так, кстати, вот это вот надо сложить, что я брала с собой дезодорант. Боже, мультик, Настюша, скажи всем привет, включаю. Настя так требует. Так, покажу, что я с собой брала. Минимальный самый наборчик. Это дезодорант, ватные палочки, зубную щетку в футляре, зубную пасту, зубную нить. Без зубной нити никуда. Пудра, карандаш для бровей, помада, расческа, мыло, Настюшино средство для подмывания и шампунь, бальзам. Кстати, надо взять пакет и все поскладывать. Посмотрите, сколько у меня пакетов. Это обалдеть. Так, идем дальше. Здесь двухместная палата. Вон те кроватки для деток. Но мы жили с Настюшей вдвоем. Спали на кровати. Короче, я знаете, что делала? Я брала вот эту вот кровать одну и две сдвигала вот сюда. И, короче, вот так вот спали. Вот, Настюшка здесь вот стоит, да? Сережка ей привез планшет с подставкой, чтобы удобно было смотреть. Здесь мы кушали с Настюшей за столиком, стульчиком. Ну, в принципе, вот такая вот палата, ничего такого. Вы знаете, я сейчас на себя посмотрела, какая я была до того, как я приехала, это ужас. У меня такие синяки под глазами. Да и сейчас как-то выгляжу не очень, я смотрю. Просто у меня, вы знаете, одно желание выспаться. Выспаться хочу. Здесь у нас, кстати, ультрафиолетовая ванна. Лампа кварцевая, или как-то он там называется. Но мы по три раза в день, по полчаса включали. Оно как-то безопасно написано, нам сказали, можно даже находиться. А как мы спали, это вообще прикол. Я взяла вот эти две кровати, сместила их, вот так придвинула, и они отъезжали. А Сергей говорит, Катя, есть стопоры. Я поставила стопоры, но оно вообще совсем не держало. Я, короче, всю ночь отъезжала, короче, может, раза четыре подымала, себя двигала. Ой, это ужас, так что хочу быстрее домой, хочу, рада, безумно. Настюшка. Так что у нас уже все хорошо, слава богу. Кстати, здесь вот шкаф. Я уже все собрала. Все, мы уже практически собрались. Настюшка. Так, сложили вещи, так что ждем Сережку. И вы знаете, что я поняла? Что самое главное, чтобы детки не болели, потому что когда они болеют, и здоровые детки, это самое главное. И жизнь, и настроение сразу совсем по-другому, потому что вот эти дни, что мы были здесь, это просто каторга. Для меня они как выбиты из вообще жизни, из колеи. Я столько перенервничала, и
Тут повсюду маленькие детки, все плачут. Я на это очень сильно реагирую. У меня сердце разрывалось, честно скажу. Поэтому не болейте, берегите себя. Будьте здоровы, дорогие друзья. Потому что здоровье – это превыше всего самое главное. А остальное все придет. Все придет, главное – здоровье. Хотела вам показать, какого котика купила тетя Света с Сережкой Настюше. Мяу-мяу! Мы его назвали Бантик. Настюша, твой Бантик? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Настюша уже хочет спать. Но нас спрашивали, во сколько поедете, попросили пораньше, потому что сказали, им надо убирать. И вот такую вот бутылочку, потому что у нас все поразбивались. Philips Avent. Вот такая вот, как динозаврик. Ну, здесь открывается. И трубочка очень Настюше понравилась. Я сюда и залила морсика. Ой, не морс, а кисель нам давали, киселя. Так, все, вот это я сложу все в портфель. И будем ждать, выходить уже все. Я уже все собрала, осталось планшет. Вот наша одежда, что мы будем одевать. Ручку надо дать врачу, потому что я... Короче, не было куда что записать рекомендации. Так что все, дорогие друзья. Спасибо большое все те, кто переживали за нас, написали столько комментариев. Спасибо вам огромное. Так что увидимся уже с вами завтра. И всем пока-пока. Пока-пока.